Участники площадки обсуждали, какие отрасли могут стать новыми локомотивами роста экономики в стране и сошлись во мнении, что развивать одну конкретную отрасль неэффективно. Необходимо идти по пути диверсификации, развивая сразу несколько отраслей экономики. Что нам нужно делать в первую очередь, если у нас этот потенциал? В каких отраслях потенциал? Кроме производства сельского хозяйства и самолетов. Председатель правительства России Дмитрий Медведев ознакомился со стендами участников, а затем открыл пленарное заседание, на котором участники форума обсудили стратегии развития российской экономики. Большое внимание на заседании уделили теме импортозамещения. Именно этому вопросу посвящены стенды многих участников. Кубань всегда являлась житницей России, а вот в этих условиях, условиях импортозамещения, я, наверное, как руководитель сельскохозяйственного района, однозначно могу сказать, что сельское хозяйство имеет серьезные шансы для того, чтобы увеличивать, наращивать свои объемы и искать новые ниши в производственной сфере. Площадь экспозиции составляет более 10 тысяч квадратных метров. Привлекательные бизнес-портфели здесь представили практически все регионы России. Больше всего инвестпроектов традиционно у Краснодарского края. Их около 1800.